Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Спасибо огромное, что присоединились к трансляции. Такое время вроде бы рабочее, но ужасно рада, что наши гости сегодняшние Анна Успенская, врач, анестезиолог-реаниматолог из Миланского госпиталя Сан-Рафаэле из Италии, согласилась и смогла к нам прийти на эфир. Анна, здравствуйте. Добрый день, Анна. Очень приятно. Спасибо большое за приглашение. Спасибо. Я, знаете, с внутренним содроганием, когда вам писала, думала, что, ну, наверняка вы загружены так, что не сможете прийти. И невероятно ценно, что все-таки нашлась такая возможность. Как вообще дела, расскажите? Дела, я вам расскажу, как у нас в Италии, в частности, в Милане. Сейчас, конечно, намного стало лучше. Мы работаем в штатном режиме. Прошел вот этот знаменитый пик, и сейчас, конечно же, намного лучше ситуация есть, уже видится свет в конце туннеля. Я надеюсь, что если мы будем дальше идти этим же путем, то по подсчетам вирусологов, статистов и так далее, к концу июня мы должны выйти полностью из этой обстановки. Опять же, очень большой вопрос, потому что вообще, конечно, очень интересно развивалась ситуация в Италии. Никто никогда не мог себе представить, что после Китая второй удар примет на себя Италия. Естественно, по тем развитиям в Китае Италия уже была подготовлена, но очень серьезный момент, что сейчас, естественно, там, если, не знаю, показывают вас по телевидению, Америка большой прессинг производит на Китай по поводу того, что они скрыли очень большое количество информации, они не донесли, либо это как-то умолчалось, либо непонятно, то есть это ошибки в их расчетах, либо это было преднамеренно. То есть даже вот я вам скажу по моему личному опыту, когда мы смотрели новости из всего происходящего из Китая, у меня не сложилось ощущение вот такой угрозы реальной. То есть мы были все морально подготовлены, да, идет эпидемия, да, будет пандемия, но вот по цифрам их статистики не сложилось вот такого катастрофического ощущения приближающейся угрозы. Поэтому, конечно, я в 20-х числах февраля была в Италии, когда вот закрыли Милан, я была недалеко от Милана, и наши миланские друзья приезжали к нам в гости, это было, ну, вот какое-то хихи-ха-ха, вот представляете, почему-то закрыли Милан, то есть совершенно не было ощущения какой-то надвигающейся бури, угрозы. Медики уже в тот момент понимали, что там ситуация разворачивается стремительно и очень опасно. Да, мы поняли это, скорее всего, в конце января, то есть, потому что в конце января, начале февраля, вот как раз идентифицировали вот этот город, откуда началась эпидемия в Италии, и закрыли. Меры были приняты очень быстро. Я очень, конечно, горда за итальянское вот это управление этой ситуацией, этой ургентности, потому что очень тяжело, естественно, правительству было оценить ситуацию. Они руководствовались там, мнением экспертов, врачей, политиков, экономики и так далее. То есть и это все, счет был на часы, на дни, то есть это было очень, все разворачивалось стремительно. Когда закрыли, поставили блокпосты вот на этот город Кадони, откуда начались все случаи, и там поняли, что сейчас начинается эпидемия в этом городе, его моментально оцепили, закрыли, туда нельзя было ни въехать, ни выехать, и выявлялись каждый день очень большое количество заболевших. И вот тогда, наверное, как бы до меня, до нас всех реально как бы появилось ощущение, вот мы вот сейчас в это все входим. Прошли там дни, неделя, и они объявили там через чрезвычайную ситуацию в этом городе, подключили остальные там города, которые начали принимать больных из этого города, потому что, естественно, местная больница территориальная уже не справлялась, и вот так вот втянулись практически города, которые их окружали, которые начали принимать этих больных. Естественно, после этого и начали выявляться и больные в
этих самих городах, то есть ситуация разворачивалась крайне быстро. То есть это прям дни, часы. Да. И... Сан-Рафаэль, когда появился первый пациент с коронавирусом? Наверное, мы начали в начале марта принимать первых больных. И с, вот посмотрите, интересно, что получилось. Сан-Рафаэль — это вообще частная больница. Большая, огромная, очень хорошо обеспеченная частная больница. И в, из региона, из Ломбардии пришло, пришел запрос от, от государства помощи в те участки, вот, в те государственные больницы, где уже не справлялись просто врачи. И из нашей больницы было несколько волонтеров, которые отправились помогать, из других больниц, из Милана. Я была в их числе. Вот тоже рассуждая, думая на эту тему, потом, после, моя личная мотивация, почему я согласилась поехать. Тут, конечно, было очень большое количество... то есть это было, естественно, гуманитарный, да, посыл, то есть мне хотелось дать какую-то посильную помощь коллегам. Потом же опять я абсолютно понимала, давала себе отчет, что это через дни, недели случится у нас, поэтому нужно принимать опыт коллег, которые уже находятся в этой ситуации уже неделями, работают с ковид-больными, то есть с учетом того, что этой, этой болезни 4 месяца, сейчас 4, а тогда было 2 месяца на земле, понятное дело, что даже двухнедельный опыт был уже бесценен абсолютно. Ну а заболеть было не страшно? Заразиться? Вы понимаете, мы давно как бы тоже эту тему обсуждаем. Я думаю, что каждый... человек, который планирует связаться с медициной, он должен отдавать себе отчет, что он находится в зоне риска заболеть, заразиться любым инфекционным заболеванием. То есть, как бы, с этой точки зрения, я думаю, что врачам, естественно, ну, морально мы уже должны быть готовы к любой ситуации, с, столкнуться с любой инфекционной болезнью. Но, опять же, по тому, как разворачивались дела в красной зоне, мы, эта информация в Италии абсолютно не скрывается. Здесь все очень, факты хорошо выкладываются это в масс-медиа, то есть абсолютно нет никаких проблем. И мы видели, что смертность очень большая. Естественно, этот фактор очень отяжеляет, да, психологически давит. Очень тяжело принять решение, но вот ни у меня, ни у других моих коллег как-то не возникло вот, боязни, отторжения. То есть был очень большой стресс. Перед тем, как поехать туда, я не спала 2 ночи, мне там снились кошмары. То есть это было действительно очень тяжело. Тяжело было сесть в машину, одеть на себя маску, поехать туда, просто ты входишь, как, было ощущение, что ты входишь вот в пожар, как пожарник в горящий дом, естественно, очень, очень страшно было из-за себя, из-за своих близких, но от этого не уйти, потому что ты же, мы все прекрасно понимали, что днем раньше, днем позже коснется каждого из нас, то есть от этого не скрыться, нельзя взять самолет, куда-то улететь, скрыться в дальний угол и переждать, тем более, что наша профессия, естественно, нас обязывает, как бы, да, быть готовым к этой ситуации, вот, ну, конечно, там было очень тяжело. Не зря упомянули пожарников, протоколы работы с врачами в ковидной зоне, там, в красной зоне сейчас абсолютно аналогичны работе с людьми в экстремальных чрезвычайных ситуациях. Это МЧС, пожарники и так далее. Для психологов такие рекомендации ВОЗ дает. А что для вас оказалось наиболее тяжелым с точки зрения психологического состояния? Вот вы пошли на это, вы приехали помогать коллегам, стали работать в этом, ну, условно, неродном госпитале. И что оказалось самым трудным?
Было два тяжелых момента. Во-первых, я вот провела для себя аналогию. Я занимаюсь спортом и бегаю полумарафоны. Вот это ощущение перед забегом, то есть это вот когда вот ощущение, что разогреваются моторы, накапливается адреналин, то есть у тебя тело готовится, да, к тяжелой физической нагрузке. Было такое же ощущение, только это было не час-два, а это было продлено на дни, практически на неделю. То есть это постоянное вот ощущение заведенности. И потом подключился второй фактор, очень, который, конечно, немаловажный, психологический, то есть вовлеченности в это все. Когда туда заходишь, ты видишь коллеги, которые живут там практически на работе. То есть я знала, что, например, начальник этой больницы, он уже был 2 недели, не выходил из больницы, он там в оперативном состоянии 24/24 находится. Естественно, он пытается своих коллег отпустить домой, передышку, хотя бы там 12 часов пойти передохнуть, поспать, поесть и так далее. Коллег было очень катастрофически не хватало, потому что, естественно, нагрузка пациентами большая, и потом, естественно, коллеги тоже люди начали болеть. Поэтому им пришлось дать клич по регионам искать волонтеров. И второй момент очень тяжелый. В такой ситуации человеческий фактор играет, когда ты видишь человека, нуждающегося в помощи, и ты не знаешь реально, ты сможешь ему помочь или нет. Ты работаешь в ситуации ограниченных резервов, то есть у тебя есть реанимационное место одно на 10 потенциально абсолютно подходящих для реанимации больных, ты должен провести сортировку. Это абсолютно настоящая экстремальная ситуация, военное положение, то есть сравнивать его вот с полем боя. У тебя есть один вентилятор на там 10-20 потенциальных пациентов, и ты должен определить. Это не фигура речи, реально вот такое соотношение было. Был один вентилятор, там один аппарат ИВЛ на 10 пациентов, которые в этом нуждались. Да, было, когда вот первые самые недели вспышки. Сейчас, конечно, ситуация кардинально изменилась, то есть у нас есть, мы обеспечены абсолютно всеми материалами, и спецзащитой, и средствами, и механическими, там, вентиляторами и так далее. В первые дни, конечно же, когда поступило одновременно 1000 больных в госпиталя, естественно, это абсолютно нормально, я вас уверяю, ни одна страна в мире не смогла бы справиться с этим стрессом. Понятное дело, после итальянской ситуации все страны мира поняли, да, когда, мне кажется, вот не было ощущений ни у одной страны. Я разговаривала с Россией, у меня много коллег, знакомых русских в Германии, в Америке и так далее. То есть все смотрели на китайский опыт, но вот опять же, вот эта ситуация, что они озвучивали цифры смертности, совместимые со вспышкой гриппа, каждая страна обладает резервом справиться со вспышкой гриппа. То есть ни в одной стране мира никогда нету такой экстренной ситуации, когда вот сезонность гриппа происходит. Но это было абсолютно несоизмеримо с гриппом. То есть смертность, конечно же, намного выше. Плюс, естественно, итальянская популяция, там, например, если сравнивать с другими странами, уровень возраста, возрастной ценз очень высокий в Италии. То есть количество пожилого населения, естественно, очень высокие, но, опять же, это пациенты в очень хорошем состоянии здоровья. То есть здесь 80-летние дедушки и бабушки ходят на прогулку в горы самостоятельно, они абсолютно автономные, они с ним проходят за продуктами, то есть это абсолютно как бы единица, как сказать, общества, да, автономная. Но вот когда, естественно, они, находясь в огромной зоне риска, заболевают все, и вот в таком количестве, я вас уверяю, ни одна страна мира не смогла бы выдержать вот такой поток больных. Это, конечно, очень большую эмоциональную нагрузку создает на медицинский персонал, вот это, в частности, необходимость производить сортировку.
Как это было организовано? Вот я читала, опять же, рекомендации ВОЗ и рекомендации руководителя этического комитета Американской медицинской ассоциации о том, что врачи, которые лечат пациентов, не должны принимать решения относительно предоставления ресурсов, ну вот в частности ИВЛ, потому что если это организовано таким образом, то это создает невыносимый моральный груз для врачей, и врачу потом очень тяжело с этим справиться. Как это было у вас? Кто принимал решение, кому из пациентов дать? Нет, конечно, это решение принимает исключительно врач, потому что никто другой не может решить. Я не знаю, не читала этих рекомендаций, но мне кажется, это абсолютно... Неправильно. Неправильно, да. Кто может дать совет, кто может решить, кто из больных по сортировке подходит под реанимационное лечение, кто нет. Естественно, в эти первые дни приходилось решать анестезиологу, потому что работа была организована так. То есть все этажи больницы были переведены под ковид-больных. Там не играло значения, кто на курсе находится, какой специалист. То есть если это там, да, в нормальной жизни, в спокойное время это инфекционист, терапевт, то здесь за нехваткой персонала, за нехваткой, да, коллег привлекались все абсолютно специальности. То есть это мог быть там и хирург, и терапевт, и так далее. То есть они занимались своей обычной работой, они осматривали больных, вели документацию, назначали лечение и так далее. Когда они видели, что больные ухудшаются, тогда они привлекали на себя помощь анестезиолога. Обычно, зачастую, в крупных больницах анестезиологи занимаются больными в реанимационном отделении, плюс несколько коллег, в зависимости от того, насколько большой и маленький госпиталь, курсируют по всей больнице. То есть есть телефон экстренной службы, на нее любой врач из отделения звонит и говорит: у меня ухудшающийся пациент, проведите, пожалуйста, подойдите, проведите, да, осмотр. И вот в этих госпиталях я помогала врачам, мы ходили, осматривали быстро, сортировали больных, делали назначения и так далее. То есть у нас были список больных, на кого особенно обратить внимание. И, естественно, этой сортировкой занимались мы. Кто другой может определить, кто, да, кто пойдет в реанимацию. А хватало ли, ну, например, койко-мест для пациентов? Мы видели какие-то ужасающие кадры, как пациенты лежат в коридоре, чуть ли не штабелями. Насколько это было правдиво? Да, в Испании я видела вот эти жуткие, да, видео, где в приемном покое на полу были размещены больные. Я даже в красной зоне в Ломбардии не видела такого, потому что очень быстро организовалась сеть, то есть все сработало идеально, я хочу сказать. Как бы подключились остальные больницы, организовались скорые помощи, организовались другие госпиталя, которые принимали экстренно больных. То есть, например, вот, да, даже я, приехав в тот город, я отработала ночь, и потом осталось еще после этого на другое дежурство, я вывозила больных из вот той больницы, которая не справлялась, у которой не было мест. То есть, например, в той же реанимации на 15 мест у них еще, да, за дверьми реанимации уже 10 человек запланировано, которые наверняка через час они должны принять отделение. То есть был сразу же организован, как сказать, оперативный центр, куда сообщалась вся информация, они давали свободные места в других больницах Милана, откуда сразу же организовывались скорые помощи и отвозились больные, нуждающиеся в реанимационном пособии, либо открывались моментально места в других больницах, которые принимали и нереанимационных больных, тяжелых. То есть это все было очень слаженно, моментально организовано. Анна, вы упомянули, что отработали ночь, а потом остались еще на дежурство. Вот как это было регламентировано, если вообще как-то было? Сколько вы работали, собственно?
Вы знаете, у нас график дежурств мы установили в нашей больнице и во многих других 12-часовой график дежурств. Это, естественно, связано с тем, чтобы правильно и максимально сэкономить расход средств, то есть средств защиты, потому что, естественно, если 6-часовые дежурства, как обычно, да, в нормальной жизни, 6-8 часов дежурства, то есть нужно больше расходников. Тяжело было морально, физически в основном, конечно же, работать в таком режиме, потому что даже сейчас я уже как бы уже морально, понятное дело, прошла этот этап подготовки физически, я выхожу со смены 12-часовой, очень тяжело работать 12 часов в респираторе, в костюме, нельзя выйти лишний раз в туалет, это, надо продумать, заходя в красную зону, ты выпиваешь литр воды, потому что потом ты не сможешь уже выйти, ты планируешь один раз выйти на обед, ты знаешь, что у тебя есть 20 минут на обед, на туалет и так далее, и ты заходишь на оставшееся время, то есть все должно быть четко спланировано в голове, все должно быть регламентировано на уровне больницы и так далее. То есть здесь, конечно, все это надо все просчитывать, поэтому я, когда началась у нас вспышка, позвонила в Москву, предупредила там высокое руководство, потом создала YouTube-канал, где там дала какие-то рекомендации свои, но и не нацеленные на лечение, но в основном на организацию работы, потому что вот этот момент был один из самых тяжелых — организовать работу во время экстренной ситуации. То есть было там по нашему опыту сразу же понятно, что не хватит медсестер. То есть если врачи, например, это понятное дело, нагрузка на врачей возрастает, один реаниматолог приходится на очень большое количество, да, больных, но с этим как бы вопросов нету, то есть мы справлялись. Медсестер катастрофически не хватало, поэтому я сразу же там позвонила в Россию и сказала: переучивайте весь персонал, переучивайте операционных медсестер, переучивайте медсестер из отделений, потому что вот здесь, конечно, очень большая нехватка рук именно в отделениях реанимации была. Как выходили из ситуации? Все просто. Все анестезиологи операционные стали автоматически реаниматологами. Но здесь как бы никакой загвоздки нету, то есть у нас одна специальность, просто как бы для удобства во многих больницах делятся анестезиологи на реанимационных и операционных. Но это одна профессия, естественно, им день-два пришлось вспомнить, да, как это делается, как это работает, но здесь большой проблемы абсолютно не было. Была проблема со средним медицинским персоналом, потому что очень большая специфика работы в реанимационном отделении, то есть вот медсестрам операционным как бы им тоже пришлось немножко вникнуть в специфику, но они быстро втянулись, все было нормально. Дальше пришлось подключать уже операционную медсестер, которые работают в отделениях. Конечно, им пришлось тяжелее всех. То есть медсестра, которая в нормальной жизни, в обычной, она заполняет карты и раздает там, назначение врача, то есть это в основном таблетки и внутримышечные уколы. Здесь приходится работать в отделении реанимации, что абсолютно... ну, как бы, да, другая сфера деятельности. Им, конечно, тяжело, но здесь тоже есть свой выход, то есть, например, ставится у нас как бы построена работа, есть эксперт, средний медицинский персонал, потом там он руководит уже там дальше медсестрами, медбратьями, которые имеют опыт работы, да, и дальше они уже помогают вот медицинскому среднему персоналу, который только вовлечен в этот процесс.
процесс, то есть всегда есть супервайзер, который смотрит за работой, дает советы и так далее. Поэтому самое главное — это организовать процесс, то есть нельзя, я считаю, что, понятное дело, в экстренной ситуации есть нехватка средств и оборудования, и персонала, и так далее. Надо просто грамотно выстроить, просчитать весь процесс. Вы в начале нашего разговора упомянули, что сами руководствовались гуманитарными соображениями, когда предлагали свою помощь другому госпиталю, и наверняка многие медики, ну, точно так же на таком, может быть, эмоциональном подъеме вовлекались в этот процесс. Но это ведь все достаточно сложно, и эмоционально, и физически все сложно. Были ли случаи, когда медики не хотели так активно участвовать? Вы знаете, естественно, как бы, да, не могу сказать, что не было таких ситуаций, но по первости это было, это вот были, естественно, посланы в горячие точки волонтеры, то есть это люди, которые сами предложились, потому что, например, регион, он дал клич, то есть во все больницы пришло сообщение: пожалуйста, отзовитесь, там, у кого есть возможность, предложитесь, то есть принудительно никого не заставляли ехать работать в горячий очаг. И волонтеров, я вас уверяю, предложилось очень большое количество. Естественно, есть люди, которые остались дома, они сказали, мы пока не поедем в эту горячую точку, но они, естественно, знали, что все равно придет их час работать в своей больнице с ковид-больными. Я не могу сказаться. Я не думаю. Но вы знаете, я не слышала, вот у меня нету информации, никто из моих коллег из соседних больниц, то есть у нас сейчас здесь очень налажена большая сеть связей, то есть мы все общаемся с разными больницами для того, чтобы поделиться информацией о лечении больного, о ведении, то есть есть наблюдения, с которыми хочется поделиться, мы их сразу же обсуждаем, принимаем какие-то решения еще до того, как выходит директива от больницы, как лечить больного. Например, по всей Италии проводятся постоянно каждый день вебинары грамотных людей, которые вовлечены в этот процесс, есть какие-то наблюдения, сразу же ими делятся, подтверждается, что да, мы видим ту же самую проблему. Это очень большой вопрос, мы не знаем, с чем это, например, к чему это привязать. Естественно, подключились специалисты разных областей и приняли решение, то есть провели статистический, да, какой-то анализ, сколько больных, например, вот с такой-то патологией, как это разрешается и так далее. То есть это все очень здесь хорошо налажено, в этом, конечно, очень большой плюс. И вот возвращаясь к вопросу, чтобы кто-то отказался, кто-то избежал, честно говоря... А такое не слышали? Я много сталкиваюсь с тревогой и страхом у медиков, связанных с разным, с дефицитом СИЗов, с возможностью заразиться, с возможностью принести болезнь домой и заразить своих близких. Есть ли какие-то организованные мероприятия по расслаблению, по помощи медикам в преодолении таких психологических аспектов? Да, конечно, единственное, только хочу сказать, уточнить один момент. Здесь важную роль играет государство в первую очередь, потому что в Италии, конечно, очень рано ввели карантин, это очень способствовало ограничению инфицирования, поэтому мы сейчас уже вот несколько недель наблюдаем очень сильный спад заболеваемости. Поэтому сейчас мы работаем в штатном режиме, то есть у нас нету перезагруженности и так далее. То есть это все благодаря тому, что был введен карантин, никому не было разрешено выходить на улицу, государство позаботилось о тех, кто сидит дома, по поводу пособий и так далее.
наладить работу по интернету, организовать быт, да, населения. Подключились, опять же, волонтеры, которые огромная сеть волонтеров, которыми и так славится Италия в мирное время. Сейчас это все, конечно, все очень построено на очень хорошем уровне. То есть пенсионеры у нас не выходят на улицу, им приносят пакетик с продуктами, ставят, звонят в дверь и уходят. Есть волонтеры, врачи, которые ходят, наблюдают больных, то есть там звонок по телефону, как вы себя чувствуете. То есть это все очень хорошо организовано. Это большую помощь очень дало в организации нашей работы врачей. Потом, опять же, про нехватку СИЗ. Вы поймите, что для меня, я вот как для себя ее вижу, как я это выложила потом информацию в сети и так далее, я разговариваю со своими, большая опасность для меня представляет выйти на улицу, чем работать в отделении, потому что в отделении ты обеспечен, да, там, одноразовым бельем, маской, очками. Перед тем, как выйти из больницы, мы обрабатываемся, принимаем душ, оставляем грязное белье, одеваем чистое, выходим на улицу, где, если не организован карантин, то мы встретим вирус. То есть большая опасность представляет выйти без СИЗ в город. Я вот смотрю на волнение наших русских коллег. Очень много, там, понятное дело, сейчас нехватка СИЗ в госпиталях, но самая большая проблема, вы поймите, что вы заразитесь, когда вы выйдете на улицу. Проблема не заразиться даже в госпитале, надо соблюдать четко инструкции, вести себя правильно, понимать, как передается инфекция, каким путем, и принять все необходимые меры, но когда вы выходите, да, без защиты в город, вот здесь тогда представляется большая опасность, поэтому все должны. Я своих очень рано, слава богу, усадила дома, мама послушалась моего совета, она у меня на пенсии, она не выходит из дома уже месяц, выходит один раз в месяц за покупками в магазин, планирует, да, список продуктов, которые ей нужно на месяц вперед, поэтому как бы я спокойна за этот аспект. Мама с вами в Милане или в Москве? Нет, мама в Москве. Маме здоровья. Анна, как поддерживаете себя? Вот я так понимаю, что семья в Москве, вы много очень работаете, много вкладываетесь. Ваши эмоциональные ролики на YouTube, как мне кажется, внесли огромный вклад в формирование представления российских врачей о том, с чем придется столкнуться. Что делаете для себя? Для себя времени сейчас не остается. Как полноценно отдохнуть не получается и не получится. Это абсолютно экстремальная ситуация, в которой нужно просто быть морально себя подготовить с самого начала, что это не день, не два, не месяц и не два. Придется работать даже при хорошем раскладе ближе, чем к осени. Я не думаю, что войдет все в нормальный режим, как мы работали там в ноябре прошлого года, да, то есть дом, работа и отдых и отпуск. То есть я не думаю, что раньше конца лета, начала осени мы войдем вот в нормальный, абсолютно вернемся в нормальный режим. К этому надо морально подготовиться, иначе будет очень тяжело. Надо себе давать отчет, что сейчас вот такой тяжелый период, и придется его пережить. Есть какие-то лайфхаки? Конечно. Как пережить? Естественно, это, вы знаете, очень поддерживает, во-первых, сплоченность персонала, безумную помощь дает. То есть в этой ситуации обострились все лучшие качества, ну, к сожалению, как и худшие некоторых коллег, да, то есть это нормально в экстренной ситуации, человек себя проявляет свою сущность. И вот, конечно, подавляющее большинство сплотилось, потому что, понятно, в одного не пережить эту экстремальную ситуацию, поэтому сейчас очень поддерживают коллеги, очень
дает огромную, просто морально поднимает, когда ты видишь, как выздоравливают больные, когда они возвращаются в свою нормальную жизнь. Я вот рассказывала недавно своим там, друзьям, когда у нас выздоравливают больные в реанимации, там очень этот процесс занимает трудоемкий, зачастую даже больные в сознании находятся еще на искусственной вентиляции легких, для того чтобы экстубировать больного, нужно быть абсолютно уверенным, что он, да, пройдет все там тесты и так далее. И зачастую больные в сознании просят. То есть мы уделяем максимум внимания, вот именно, чтобы поддержать их морально. Недавно звонили родственникам больного, то есть он нас попросил, находясь уже в сознании, увидеть своих детей. Это была очень трогательная история. Молодой, 47 лет, да, пациент, у него трое детей, и с самого начала, когда он поступил в реанимацию, он очень переживал за детей, он ни разу не пожаловался, что он боится за свою жизнь. И уже прошел месяц, наверное, у него очень тяжело проходит его болезнь, очень-очень тяжело проходит лечение. Недавно получилось как бы привести его, да, порядок, и он попросил позвонить его родным. Перед тем, как позвонить, мы позвонили на городской телефон, мы сообщили, что папа хочет с вами поговорить. Они сказали, естественно, да, конечно, звоните нам сразу же со своего телефона. По WhatsApp я позвонила родственникам, сыну, предупредила, что я тебя очень прошу, не пугайся, это очень тяжело, будь готов. Естественно, это был взрыв эмоций, то есть он сначала кричал от радости, там, да, он приветствовал папу, он видел, там, в каком состоянии он находится. Это было все очень тяжело. Я представляю бедного сына, как ему тяжело видеть своего родственника, находиться в таком состоянии. Мы рыдали все. Рыдал сын, рыдал папа, рыдали все медсестры, врачи. Это было слишком... Это очень тяжело, но это подстегивает тебя дальше работать. Ты знаешь, что ты идешь в правильном направлении, что мы вернем этого отца его троим детям. Естественно, мы понимаем, что это очень большая семейная трагедия, что наверняка останутся отдаленные последствия, но мы вернем, я надеюсь, да, родственника семьи, вот в его семью. Ой, какая история, у меня аж мурашки. Анна, я хотела еще один вопрос задать под занавес нашего разговора, и еще хотела вас попросить рассказать про тот сайт, который вы упомянули. Да, очень была... Вы знаете, вот опять же о том, что мне помогает в реальной жизни, да, как справиться с стрессом. Естественно, мой самый первый удар, когда я столкнулась с этим стрессом, с вирусом, с эпидемией, почему-то я сразу же начала думать о домашних, о доме, о своих коллегах, и понимала, что вот им сейчас только предстоит, и все мысли у меня были направлены, вот, раздвоились, то есть я половину времени проводила на работе, половину я там домашнего времени думала, как помочь, поэтому я позвонила Проценко меня обвел в сеть там врачей, мы сразу же организовались, там я переводила все рекомендации, только выходили, я уже через 5 минут садилась за компьютер, переводила и отправляла в Москву. Потом подключились люди, очень огромное им спасибо, волонтеры и не врачи, которые помогали, то есть я скидывала за неимением времени, они быстро схватывали, перекидывали между друг другом, переводили все рекомендации. Девочка Ирина организовала сайт, где выкладывались все информации, переведенные, там и китайские руководства, уже и Испания начала вовлекаться в какие-то свои рекомендации давать, то есть это сразу же очень хорошо все организовалось. Сайт оснащен сейчас именно материалами на русском языке, переведенными для врачей, которые не обладают, да, английским языком, то есть все сейчас в понятной, доступной форме есть. Сайт называется relaxandoit.ru. Мы в комментариях к нашему эфиру на Фейсбуке выложим точное название сайта.
И что немаловажно, есть личный опыт врачей и русских, и кто работает за границей, вот именно по тактическому ведению больных. То есть если есть такая-то проблема, часто задаваемые вопросы, как одеться, как раздеться, как лечить пневмонию, как... То есть тактика лечения больных от и до, все расписано, сайт сейчас очень хорошо организован, это все работает на волонтерской основе. И на очень много медицинского канала тоже есть упоминание сайта, можно его найти там. Спасибо очень большое всем, кто участвовал в этом процессе. Была проведена безумно огромная работа. Просто это меня поддерживало, просто меня держало на таком плаву. Первое дело, что я просыпалась там дома, если у меня было 5 свободных минут, я сразу же бежала, давала какую-то информацию, которая на лету хваталась, сразу же это все переводилось, выкладывалось в чат, все это обсуждалось, была очень хорошо поставлена эта работа, поэтому это мне дало очень большой толчок. Я знала, что что-то может помочь, и поэтому мне морально это очень сильно помогло. То есть вот эта сплоченность, самое главное сейчас, конечно, это взаимопомощь, сплоченность, быть единым целым, потому что одному никак не справиться с этой проблемой. Очень большое спасибо психологам, предложились в тяжелые моменты. Мне, конечно же, пришлось тоже прибегнуть к помощи, когда, естественно, уровень стресса зашкаливал, уже невозможно было справиться, там, несмотря ни на какую подготовку, да, и, естественно, очень большое спасибо и вам, и всем коллегам, и всем друзьям, которые постоянно звонят, пишут, то есть пишут в основном, потому что, естественно, понимаешь, что нехватка времени, я не смогу ответить, никто не сможет ответить, то есть это даже просто видеть на экране там сообщение: мы с тобой, мы с тебя переживаем, не отвечай, знаешь, что мы с тобой, это очень, конечно, помогает, спасибо всем. Анна, спасибо огромное. Наше время неумолимо заканчивается, и я вижу довольно много вопросов, которые задавали и на сайте Первого медицинского канала, и у меня в чате. Не будет возможности их задать вам. К сожалению, тем не менее, очень много информации интересной и полезной, и так как-то отрадно слышать все то, что вы говорите. Слушайте, ну мы ловим, вот я лично ловлю вас на слове, вы обещали к концу июня, что все закончится. У нас в Италии я очень держу кулаки, что у нас закончится. Да. Спасибо огромное за то, что вы нашли возможность прийти сегодня. Это правда очень-очень ценно, и поделиться этим рассказом. Огромное-огромное вам спасибо. До свидания. Спасибо.